эти азовцы, это были все мариупольчане, те дети, которые считали... Мы тоже вас поздравляем с днем рождения. Он, бабушка, за вас кофе пьет с черной икрой. Дена, а вот намазывает черную икру. Ой. Никита, с днем рождения еще раз. За всех за вас, за правнуков, за внуков. Желаем вам здоровья, всего-всего самого хорошего. Сейчас бабушка стаканчик пропустит. Кофейко! Вот. Кофейко, стаканчик. Ну, возраст не позволяет крепкие напитки. Мы стараемся вести как, образ жизни здоровый образ. И вам желаем здоровья, здоровья и всего-всего самого хорошего.
Слушайте, уникальные помидоры, первый раз вижу и слышу. Называются жигало. Просто жигало. И помидоры на вашем столе. Сейчас с вами мы начали новую рубрику «Заготовки от Ольги». Очередная заготовка на зиму. Готовая банка с рассольником. Сюда входит все то, что вы кладете в суп. Я кладу с рисом, потому что муж у меня перловку не любит. Но, в принципе, сварил бульон, добавил картошки и вывалил баночку. И получился вкуснейший рассольник. Вот так вот советы от нашей Ольги. Всем приятных заготовок на зиму.
Приведи камеру на разметку. Thank you.
Жаркое для наших мужчин, борщ на постной говядине, Джанет, минусинский стакан, помидоры от Татьяны Васильевны. Сливы от Дмитрия Николаевича, нашего соседа. А это фирменный компот от моего супруга. Остатки меда орловского. А из этого кизила мой муж будет делать свой фирменный компот и свое фирменное варенье. Роза пересортится, стоит в вазе уже третью неделю. Ребятки мои дорогие, вот это мой завтрак. Это не объедки, это остатки барского стола. А остатки, как вы знаете, всегда сладкие. Дорогие мои дамы, а это у нас обед для мужчин. Вот здесь вот борщ на постной говядине. А вот это вот у нас второе. Жаркое. Не забываем, у нас Джанет помидор, еще какой-то помидор и минусинский стакан. Так что вот так вот. На десерт у нас груши из собственного сада. А также сливы. Помните мой рецепт со сливами? Я вам его расскажу, компота, чуть позже. Всем приятного аппетита. Не забываем кормить своих мужчин. Сами поели и мужчинам приготовили. Едим вместе, едим дома, едим вкусно. Жаркое для наших мужчин, борщ на постной говядине, Джанет, минусинский стакан, помидоры от от Татьяны Васильевны. Сливы от Дмитрия Николаевича, нашего соседа. А это фирменный компот от моего супруга. Остатки меда орловского. А из этого кизила мой муж будет делать свой фирменный компот и свое фирменное варенье. Роза пересортится, стоит в вазе уже третью неделю.
Ну что, дорогие мои, время у нас без... Так, 14, без 13 минут 12. Остатки от мужского ужина. Смотрите, наш борщик на постной говядинке, да с фермерской сметанкой. Посмотрите, какая прелесть. Так что завтра у нас полноценный обед, дорогие мои. Ну что, мои дорогие, время 9 минут первого, то есть 12:09. Как наш постный борщик на постной говядинке? Вы как хотите, а я буду кушать. Нинусинский стакан, сливы, вот с такой сметанкой. С молоденьким чесночком. И с черным хлебушком. Всем приятного аппетита. Едим вместе, едим вкусно. Едим, как еще сказать, здоровое питание. Счастливы вместе.